Веселое спортивное мероприятие открыло каникулы в Белой Глине. Велогонки «Спорт для всех, физкультура для меня» собрали школьников райцентра. Организовало это событие Белоглинское сельское поселение. Велосипед – быстрый, надежный, а главное – экологичный вид транспорта. В летний период число велосипедистов на улицах возрастает в несколько раз. Важно знать и соблюдать правила движения. В рамках плановых мероприятий «Антинарко» мальчишки и девчонки, волонтеры антинаркотических отрядов, соревновались в скорости на железных конях. Энергично и задорно ребята преодолевали расстояние от фонтана до районной библиотеки. Друзья, товарищи и одноклассники громко поддерживали юных велогонщиков. Инструкторы Центра физкультурно-спортивной подготовки населения Белоглинского района строго оценивали каждого участника. Самые быстрые и активные велосипедисты были награждены похвальными грамотами и медалями.